На ремонте вот такая ударная дрель Eltos DO1300. С поломкой она работает, но уже как-то начинает терять мощность. В холостую крутится хорошо, а под нагрузкой теряет. И с одной стороны видно, что она так начинает подыскривать. Значит, при разборке откручиваем вот сначала здесь три винта, откручиваем голову, а потом откручиваем все винты далеко, добираться до щеток, откручиваем все винты, в том числе и вот здесь вот два винта под этой крышкой. И когда снимаем, у нас появляется доступ, так он не очень просто снимается, но снимается, появляется доступ к щеткам. И если вот интересно, тут щеточный механизм вот так вот поддевается, и вот коробочка такая. И если вытащить, то видно, в чем проблема в данной ситуации. Если вытащить, видно, что это вся длина щетки. Пружинка дальше уже не пускает. Видите, если тут находится пружинка, ну, вот так вот, то она дальше уже не выпускает щетку. И щетка маленькая. Поэтому щетки меняем. Вторая, наверное, немножко больше. Ну вот, а это уже совсем износилось. То есть, если, допустим, сюда ее поставить, то она, ну, практически не выпускается. Видите, и она уже тут внутри пятна контакта даже нет, она тут погрызанная искрами. Меняем. Меняем щетку. Прижима нет, и, соответственно, хорошего контакта нет. Ну, а так, если посмотреть, вроде бы сам коллектор вроде бы в состоянии неплохое, нигде подгоревшего нет. Он немножко, конечно, не идеальный, но работать еще будет, поэтому подбираем щетки и меняем. Она так от искрения так нагрелось, что даже треснуло. И, в принципе, это будет весь ремонт, замена щеток. Так что здесь ремонт достаточно простой, ну, по сравнению, например, с вот этой, где нужно менять якорь, а она тоже крутится, ну так дрын-дрын-дрын-дрын. Там одна ламень прогорела, и она крутится, пока не дойдет до места, где нету, где обрыв. Подбираем, ставим на место, и вот, в принципе, весь ремонт, так что повторяйте, это несложно. Ну, а вам мира и добра. Увидимся на канале. Всего доброго.